уже сыграли достаточно много матчей. И, конечно, у нас есть силы. И тут говорить о чем-то чисто психологическом, я не знаю, нету. И мы готовились к этому матчу. И главное, психологически и менталитетом показывать такую игру, которую мы показали как раз и в последних два матча. И я думаю, после хорошей игры мы добьемся того результата, которого мы хотим. Команды, прошу прощения, Леонардо, всегда были команды, которые играли на контратаках, хорошо организованная игра в обороне. И хороший баланс между обороной и нападением. И это является, конечно же, основой, базой его игры. Естественно, очень трудно играть против такого рода противников, как я уже говорил в предыдущем ответе. Конечно же, очень важно грамотно, умно, можно сказать, подходить к игре и не слишком сильно не раскрываться. Но «Зенит» приехал сюда за победой, и мы должны забивать голы. За два последних матча мы, в принципе, неплохо забивали. Это, конечно же, придает нам уверенности и дополнительная мотивация для нас. Опять же, мы очень мотивированы. Это последний официальный матч в этом году, и затем у нас будет перерыв, мы идем на перерыв, и поэтому необходимо все дать завтра, выложить завтра для того, чтобы выиграть. Раз.